От него, но его опять же должны здесь ждать, его должны здесь чекнуть. Сик! Сик, боже, что ты делаешь? Почему ты смотришь в стены? Я, в принципе, понятно, да, почему он смотрит в стены? Он смог, Флейми стоит пока что на тормозах, а Манек снимает Сизда. Великолепная пушка в Скар, просто вообще лучшая, лучшая на свете. Флейми, правда, отвечает, конечно, по Шазаму. И также Манек здесь отваливается, остается лишь один Шангарес. Может быть, это все-таки первый раунд для команды Нави. Остается Гардиан, остается Флейми, работает здесь от вагонов. И первый раунд берут команды Нави, дорогие друзья. Сейчас, имея преимущество, с учетом 3-0, идут на монстра, и, возможно, это будет просто выход на стрельбу, так и есть. Апекс просто пушит, есть инфа для него, что это лол, он на бочках, он тут же отлетает, притом от Кенниса, Крижей работает на хлопе, забирает Апекса, Денис также в шарте, и, в принципе, сейчас уже идет стяжка у Музов, и этот пуш они могут закончить. Ну что ж, Крижей пока что находится здесь, на песках, Денис работает при зигзаге смог, возможно, даже у него выйдет. Снимает Крижей неплохо, Бомбермена, и здесь отваливаются и все остальные из команды G2. И выход на точку А, Hellraisers. Ну, опять же, и закрывают у Deadfox всех, абсолютно Deadfox, и минус, и четвертый залетает без шансов и без размена. 19 хп остается, но он свою работу сделал в этом раунде. 3-0. Сиксер попытается все-таки убить банан, да, получается, Кенниас отлетает. Тут самая большая проблема для Envias за то, что G2 играет вдвоем в больших песках. Это очень тяжело законтрить. Поверьте мне, что выход для террористов здесь усложняется, ну, 2х раза. Но вот этот человек, который заходит с 5, это 0, это скрим, он должен здесь делать всю работу. Шокс продолжает жить в больших песках, с ним заходит на тюрьму, и Сиксер уже его вырубает. Ситуация 2-2 времени есть, чтобы поставить бомбу. Вази все-таки не идет дальше через этот смог. Бомба устанавливается на дефолте. Сиксер будет дальше играть с АВП. Есть также АП у скрима. Это на самом деле вопрос. Это Сиксер. Беда. На малых песках пока что не замечает Бадди у того хороший угол. Но рано или поздно Бадди вместе с своим тиммейтом выйдут. Ждет, пока выйдет Апекс через ковры. Тоже важная позиция. Бадди входит, Сиксер. Реакция хороша. Апекс, выход от него. Скрим уже спалился. Сиксер еще один минус. Минус 4. Квадрокил в этом раунде для своей команды. Делал все, чтобы выйти на этот плен. Так, у нас неплохой молотов, который заставляет Сика двигаться, и он двигается прямо на прицел Вальдемара, который выпад через коннектор оформляет, и есть минус. Но Девудуэк находит голову Нико, информация Вальде получена, так что нужно просто загонять его, это не получается. У Манека Шон тоже отлетает, Вальде, какая работа, минус 3, черенок из минус 4, и только сейчас один остается Девудуэк, 15 хп, он сделал 2 минуса, но слишком далеко находится от бомбы, Вальдемар. Вот он, Бадди, который делает минус, Бондик приходит на хлопу, забирает NBK, ну и что дальше, у Hellraisers проблемы, но Бондик исправляет ситуацию, 3 в 3, там еще есть один красный. Бомба на руках, отвечает еще и Кенни, Бондик, как же круто он работает на дефолте. И только Apex вместе с Шаксом остаются, ну и здесь должно быть дрон, Бондик, минус 4, минус должно ДС, нет, не доходит до этого, это Шокс, который смог среагировать. Да не сгоришь ты! Немного подгорает Zero, 52 хп, и Шокс решает все-таки отойти. Начинается выход от Нави на точку Б, Лоуэлл делает один минус, и Нави падают дальше, продолжают падать, 2 минуса уже от Лоуэлла, 3 минуса от Лоуэлла, как же так, слишком легко здесь действует испанец. Двигается команда G2 на платформу, выходит на точку Б, Кенни забирает Бондика, ну и где шелпа, теперь от Hellraisers, Бадди забирает также. Одного игрока Deadfox и Стику отвечают. 12 хп на двоих, комиссия, волни вас, ух, после этого минуса тоже. Что? Подтверждение того, что действительно можно уже выигрывать этот раунд. Только один стик остается, Словаку нужно тащить. Но там подсадка. Один скопай от Бадди, он уже находится на кубе. Там смог пока что не дает пройти дальше стику. Еще один, другая позиция стику. Погибает от Бадди. Как они смогли выиграть этот раунд?
команда идет на бэплен. То есть ВДВК это просто пацанная утка. Шангар сносит Гардина на Ксимпл, отвечает третьим фрагом. Вот он герой! Ксимпл 4 вот фрага! Сик, неплохо, есть два минуса уже по Нику и Вальдемару. Так, прокат в руках, Снаппи ошибается, Снаппи должен выпал свой дел. Сик, это минус по сопернику, один на один ситуация против Юги. Это минус 3 от одного, второго бойца. И будет квадрокилл, рано или поздно Юги работает через смог. Сик будет выходить с АВП на соперника, тот не дефузит пока что бомбу, пытается прострелить. Еще и молотом летит под ноги, Юги не раздефузит эту бомбу, скорее всего. Юги горит, и у него не получится. Нет, это браун для Сика, минус 4. И как же круто отыграл этот парень через джангл на коннекторе. И минус последний Смотова.